Поездка на ярмарку. Финская сказка. Как-то раз крестьяне из деревни Хьольмилы поехали в город. Дорога длинная, вот и остановились они на ночлег в одном доме. Распрягли и накормили лошадей. А чтобы утром ничего не перепутать, жители Хьольмилы всегда были очень забывчивыми. Поставили сани оглоблями в сторону города. Случилось тут идти мимо прохожему. Вот он шутки ради и развернул сани в обратную сторону. Утром проснулись крестьяне, запрягли лошадей и торопливо отправились в путь. Едут, едут, далеко уже вроде отъехали. Вдруг один старик и говорит: «Смотрите, не как мы вчера здесь проезжали». «Много на земле есть мест, похожих друг на друга», — отвечает ему. Въехали мужики в деревню. Старик как закричит: «Деревня-то совсем как наша». «Все деревни одинаковые», — раздавалось в ответ. А старик опять кричит: «Уж не мой ли это дом?» «Да ты что!» — засмеялся кто-то. «Твой-то дом! Ох, как далеко сейчас!» А жена старика, услышав голос своего мужа, вышла из дому. «Да это же вроде бы моя жена!» — оторопел старик. Подбежала старуха к саням. Поняли все. Да ведь и вправду в родную деревню приехали. Очень все удивились.